294 семьи Уральска получили гуманитарную помощь от соотечественников. Такую поддержку оказали жители Жамбылской области. В гуманитарной помощи, которая прибыла с южных регионов, в основном продукты питания. Это мука, сахар, крупы, а также сапоги резиновые, мешки для укрепления дамб. В целом около 10 тонн товара для пострадавших от паводка. Все это инициативная группа приняла и распределила между нуждающимися. В центре внимания были многодетные и малообеспеченные семьи. От имени западноказахстанцев мы говорим спасибо за помощь, за отзывчивость, благополучие вашим семьям. Пусть природные катастрофы и другие бедствия обходят стороной наш народ. В эти дни мы почувствовали наше единство на деле.